трехкомнатная квартира за 170 тысяч евро находится в Пунта Премио на побережье Коста-Бланка, в закрытой зоне с парком, с общим бассейном. Значит, в квартире две спальни, одна ванная, кухня, гостиная и большая терраса. Квартира выходит на юго-восток, очень светлая. Встроенная кухня, есть стиральная машина, духовой шкаф, плита, посудомоечная машина, вытяжка, большой холодильник. Гостиная с выходом на террасу. Красивая парковая зона, зеленая, засаженная. Система кондиционирования встроена. Первая спальня, встроенные шкафы, купе и выход также на террасу. Ванная комната. Все чистое, новое.
вторая спальня. Также встроенные шкафы, купе. Сейф в шкафу. И окно в парк. Мы посмотрели с вами квартиру за 170 тысяч евро на втором этаже, в закрытой зоне она находится, вот этот дом. Территория закрыта, выход есть на две улицы и подъезд к обоим улицам есть. Проблем с парковкой нет. Приезжайте, покупайте недвижимость в Испании. До встречи! Thank you.